Его ресторан, номера и кабинеты имели электроосвещение, горячую и холодную воду, телефоны. Бристоль первым в Екатеринославе предоставил к услугам гостей летний зал ресторана на открытой веранде, вынесенной на чугунных столбах над тротуаром Екатерининского проспекта. В его ресторане готовили лучшие в городе повара из лучших в городе продуктов. Вина поставлялись из Франции, Италии, Венгрии, Крыма. Номер здесь стоил от 1 до 25 рублей в сутки.